Сегодня у нас 21 января 2017 год. Средства массовой дезинформации сейчас напоролся, с интересом посмотрел. Не средства массовой информации, средства массового воздействия. Сейчас попробуем здесь, на этом компе. Так. Открываем. Такой сайт, как корреспондент. Опрос меня просто потряс вообще. Возможности. Смотрим. Так. Где здесь, что здесь? Все разделы. Опроса. Когда, по-вашему, Донбасс вернется под контроль Украины? До конца 2016-го, никогда, Все понятно, да? Там 1400 что-то проголосовало. 20 тысяч проголосовало. Прекрасно. Корреспондент, хороший сайт, там, с 2000 затертого года. Как бы не с 2000-го существует. Смотрим нюансы. Я все-таки, я в Харькове, я украинец. Давай посмотрим по-украинскому. Все то же самое. Все разделы. Опытывание. Упс. Коли, на вашу думку, Донбас повернется под контроль Украины? А что результаты вообще? Ну, то есть, в зависимости от русскоязычности результаты разнятся? Что за бред вообще? Проголосовало 20582, 50% Николы, до конца 2017 145. One more time. Корреспондент нам пускай респонд, ответит. Русский. Я могу заниматься этим бесконечно. Опросы. Семьдесят 4% Николы. Миколы. 20582. Количество проголосовавших то же самое. Проценты совершенно другие. Теория суперструн. Параллельная вселенная. Хотя, конечно, мудаки просто, господа. На сайте correspondent.net. Всех благ.